Спасибо. Валера, гладиатор, слушай. А, бля! Это твое новое атмосферное имя. Евгений Плющенко передает тебе привет и желает, чтобы твой глубокий рот шляпами, да яиц, бля, иди сюда, Родемка, бля, не прокачали, чтоб кишку твою прямую на кулак не намотали, чтобы ты не тормозил и не тупил. Валерий Альбертович, здравия желаю. Держи краба. Можешь реально просветить, какое пиво в Самаре сейчас самое зачетное. Это не человек. Этот хуй, блядь, пердит мне в лицо, потому что этот уёбок был фигуристом нормальным, а сейчас он перестал быть востребованным на фигурном шоу. А теперь, слышишь, Женя, ты чё, ты в натуре ебанько, ты конченый. Это Плющенко, Евгений, да. Ну да, привет, блядь. Валера, гладиатор, слушай. А, бля! Это твое новое атмосферное имя. Евгений Плющенко передает тебе привет и желает, чтобы твой глубокий рот шляпами, да яиц, бля, иди сюда, Родемка, бля, не прокачали, чтоб кишку твою прямую на кулак не намотали, чтобы ты не тормозил и не тупил. И лицом обтрюханным малофьяным из-под клитора не засветил. Блять, какой же дебил, а? Ой, сука, боже, какой ебанутый, блять. Валера, гладиатор. Иди нахуй. Сейчас я вам покажу, что для примера, чтобы вы понимали вообще, насколько дегенерировал человек. Вот Евгений Викторович Плющенко, российский фигурист, выступавший в одиночном катании, заслуженный мастер спорта России, между прочим. Такую хуйню сейчас делаем. Да. Был нормальным человеком. Он тут еще хоть на человека похож, смотря. Пизда. Ну реально. Тут хоть на человека похож. Где мое обещанное пиво? Сука, ну что мне с ним сделать-то? А что мне теперь с этим человеком делать? Что, сука, мне с ним, блядь, сделать? Что? Что?